Яль, прямо сейчас проверь свою подписку на мой канал. Если вдруг ты не подписан, прямо сейчас подпишись, поставь на лайк и не забудь включить колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых роликах, а они у меня каждый день выходят, поэтому вот так. Друзья, нахожусь на аккаунте Счастливчика, это мой подписчик. Он выиграл у меня в конкурсе 14 тысяч гемов. Вы представляете? Участвовала, не знаю, на стриме, там около 50 тысяч зрителей у меня было за все время, за весь период стрима. И он единственный, кто выиграл эти 14 тысяч гемов, это крутое везение, и парень очень рад, и я буду сегодня открывать сундучки на эти гемы. Первый сундук мы откроем у него за лигу, давайте открывать. Давайте возьмем ордумух, а потом будем тратить гемасики. Так, ледяной голем он просил. Опа, голем либо Poison. Нужно уточнить. Голем либо Poison. Потому что он мне не сказал. Либо Poison. Что брать? Вот, мы будем открывать, ребята, на его аккаунте сегодня легендарные сундуки короля. Их получится 5 штук где-то. Вот, я планирую ему прокачать его колоду, которую он хочет. Он попросил ему выбить Хога, хижину гоблина, фаербол, охотника и ледяного колдуна. Постараемся ему выбить. Попросил взять Poison. Окей, я бы взял, конечно, если бы он не сказал, взял бы, наверное, голема. Так, дальше у нас принцесс. Ну, блин, ну почему такой сложный выбор? Хотя нет, тут не сложный, тут принцесса. Тут выбор не сложный. Так, дальше открываем, что тут еще у него. Так. О, кстати, смотрите, у него легендарный сундук короля в квестах. Вот это парню реально повезло. Вот, эти гемы я выиграл на сайте royality.ru. Если вы тоже хотите... Причем я потратил... вот, выиграл 14 гемов и потратил 290 рублей на лотерейку. Если вы тоже хотите вот так вот выигрывать, я ссылочку на видос оставлю в описании. Посмотрите, как я там играл. Посмотрите, как я выводил там. Точнее, не выводил, как я... ну, короче, посмотрите этот видос обязательно. И, возможно, вы тоже захотите там поиграть и выиграть гемы. Да, там выводить очень легко и быстро через гифт-код. Вот подписчик сам разобрался, я ему инструкцию скинул. Так, вот такая вот у него колода. Он сказал ему либо палача, либо охотника. Не знаю, зачем ему охотник. Вот, и также он попросил хижину гоблина, ледяного колдуна и фар. Все, я запомнил. В принципе, готов. 14 тысяч гемов я ему оставлю. Он попросил... Ой, боже, сколько у него тут красоты. Слушайте, а палача ведь можно тут фармить. Блин, смотрите, сколько у него красоты. Вот этот сундук, вот, ой, блин. Хочется, был бы это мой аккаунт, я бы задонатил. Но, блин, я и так много в последнее время денег трачу на донат. Плюс 14 тысяч гемов я ему отдал. Ну что, поехали, 5 сундучков. Понеслась. Так. Угу, золото. Лучницы. Пушка либо Тесла. Тесла получше будет сейчас. Варвары либо скелетики. Ах, как быть? Не знаю, варвара возьму. Фаербол. Отлично. Так, дальше у нас таран либо гигант. Блин, ну надо спросить, друзья, потому что таран либо гиг. Потому что, я не знаю, вот эксперты в комментариях потом начинают меня, блин, критиковать. Да ты охренел, зачем ты взял не ту карту, которую вот я смотрю и хочу, чтобы ты ее взял. Но ты взял не эту карту, как будто это на его аккаунте открытие. Гиганта попросил. Так, ну тут я возьму пушку и легендарочки. Легендарочки. Вообще он мне дал определенный список карт, которые я должен выбирать. Поэтому остальное я буду выбирать на свое усмотрение. Возьму лаву, чтобы не отвлекаться. Так, отлично. Я оставлю ему 500 гемасиков, ребята. Он попросил, потому что хочет открыть два сундучка с молнией. Я его понимаю. Вот. Он вообще мог эти 14 тысяч гемов сам потратить. Но он мне дал на видосике. Я ему безумно благодарен. И я его поздравляю с тем, что он выиграл. Чувак, ты крутой. Так. Копейщики. Тут летучие мышки. Ну, тут вообще и то такое себе. Опа, голем либо торнадо. Видим, торнадо ближе будет к новому уровню. И я так понял, он не играет големом, поэтому берем торнадо. Дальше у нас ведьма либо палач. Палача он просил. И берем палача. Легендарочки. Легендарочки. Так, что у нас тут за легендарочки? Дровосек либо бандитка. Возьму бандитку, она будет доступна ему на третий уровень. И эта карта... Опять-таки, мое субъективное мнение будет получше. Так, поехали. А как ему оставить гемы, если тут получится нечетное? Хотя давайте посмотрим, я не знаю, сколько я потрачу. Так, мегамуха, либо тут, конечно, мини-пеку возьму. Так, летучку возьму. Гигант, либо сборщик.
Гигант либо сборщик. Гиганта, он просил гиганта. Ну, вот я брал же гиганта, он сказал брать гиганта. Так, таран. Коргик либо бомбер. Слушайте, ну, наверное, возьму коргига. Хотя, мне кажется, он уже на фул, да, доступен. Не знаю. Да, походу, или нет. Нет, еще не доступен. Так, эпики. Ай, эпики ужасные, просто. Блин. Молния и зеркало. Хотя нет, что, молния нормально. На низких аренах я видел, нормально так играет. Не знаю, просто высоко держаться с молнией очень трудно. Легендарочки. Блин, сколько легендарок я ему сейчас выбью. Так, ночная ведьма либо бревно. Вот тут я уже спрошу. Ночь ведьма либо бревно. Потому что, ну, он вроде бы мне не сказал приоритет остальных колод, да, так в очередности. Вот, он сказал только из легендарок брать ледяного колдуна. Сейчас он сказал бревно взять. И забираем бревно. Осталось, ребята, совсем чуть-чуть. Давайте открываем последний, походу, сундук. Наверное, сейчас посмотрим. Так, тут poison. А, тут хижина. А, хижину, он просил хижину. Мы почти ему прокачали ее на 9 уровень. Тут возьмем, наверное, давайте... варваров. Таран возьмем. Блин, хоть бы одну карту ему прокачать. Ну, смотрите, бандитка на 3 уровень была ему доступна, да? Так, дальше. Принц, либо гоблинская бочка. Принц, видим, собирает 36 штук из 50. Ой. Ну, тут я и спрашивать не буду. Очевидно, повозка. Хотя и то, и другое сейчас очень редко используется. Поехали. Легендарочки. Легендарные карты. Yes! Мы ему выбили ледяного колдуна. Правда, вот я обрадовался, думал, у него его нету, а мы всего лишь одну карту выбили. То есть на новый уровень он тоже не прокачает. Осталось отлично. Еще можем открыть один сундук. Хорошо. Потом, может, откроем сундук фортуны. Я хочу ему палача, может, на новый уровень вывести. Так, разряд. Тут, конечно же, мортира. Банда гоблинов. Так, я так понимаю, банда гоблинов уже все, фул. Да? Да. Походу, фул. Кабан, пацаны, кабан. 70 карт. И так, ну видите, всего по чуть-чуть. Вот все равно, вроде бы выбиваем много карт. Те, которые ему нужны, но не хватает на следующий уровень. Не хватает, чуть-чуть. Вот знаете, вот чуть-чуть не хватает. Вот 20 тысяч гемов было бы идеально. Вот, но у меня было только 14 на розыгрыш. Поэтому, ну тут гоблинская бочка. Ведьма, ну, естественно, ведьма. Клонспелл, вообще, я не понимаю. Я ее за эпическую карту даже не считаю. Хотя карта так-то прикольная. Но, блин, мне кажется, она очень... Да не кажется, она слабая, реально слабая. Если бы ей, может, меньше стоимость эликсира сделали, была бы получше. Принцесска. Вот, вот тут мы уже еще одну легу ему на новый уровень. Принцесса на 3-й левел. Бандитку на 3-й левел. И принцессу на 3-й левел. Друзья, шикарно. Осталось у него 1550 гемов. Что, давайте посмотрим на его колоду. Фаербол, 100 карт еще ему. Хога еще много карт. Но палача мы ему все равно не выбьем много, поэтому я, наверное, не вижу смысла. Давайте попробуем ему с сундука с молнией немножко выбить тех карт, которые ему нужны. Немножко сундуком молнии покрутим, давайте. С эпических карт палач нам нужен, да? Хотя нет, эпические нам карты не так важны, давайте редкие будем крутить. Сундук с молнией, поехали еще, так, пека, хорошо, хога, дайте нам хога. Нам нужен хог, 20 штук, нормально, слушайте. Ну мы еще два сундучка можем, больше нет. Так, пожалуйста, дайте еще кабана, очень буду благодарен, либо фаербол. Yes, класс, вообще, блин, мы же могли еще что-то прокрутить. Зачем? Так, все, последний сундук. И останется у него 450 гемов. Не, ребят, останется мало гемов. Он тоже хочет открыть. Но оставим ему два сундучка. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Я ему так нормально подвыбил карт в его колоде. Вот, ну, не знаю, полезны ему будут телеги, которые сегодня взял или нет. Но, тем не менее, эти гемы он получил совершенно бесплатно. Я думаю, что в любом случае это плюс для него. Он ни копейки не потратил. И, ребят, тоже вам желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал. Если я буду проводить еще подобные какие-то конкурсы, обязательно участвуйте. Я хочу, чтобы и другие мои зрители еще выигрывали. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, приходите на стримы. Если еще где-то в подобных там проектах я выиграю
гемы, да, на каких-то сайтах, ну, смотря, как, конечно, какое количество, если я там соточку гемов выиграю, ну, 100 тысяч, естественно, их себе заберу. Вот, а вот 14 тысяч гемов там, ну, 20 еще, там, да даже 50, я же разыгрывал 50 тысяч гемов, я разыграю среди вас. Все, ребят, буду рад, если вы поставите лайк, подпишитесь, желаю вам удачи, приходите на мои стримы, на мои новые ролики, всем до новых встреч и всем, друзья, пока!